клиенты. То есть со всеми клиентами на работу привозили. Hablando en italiano en la línea, intentando explicar qué había pasado. Pero hablaba tan rápido que creí que habías muerto. Y que los había perdido a los dos. La tristeza de enterarme de que Rafael había muerto y el alivio de que tú no. Uno pensaría que esas dos emociones no pueden existir simultáneamente. Мехико. Да, pero sí. Я иду в автобусе в такой шаманский городок, который называется Катемаку. Piensas mucho en ella? У нас телевизор показывает. Pienso en ella todos los días. На той стороне. Tú no la recuerdas. Вот Катемаку — это городок в штате Веракрус на юго-востоке. Solo dejé de intentarlo al final. На так называемый город шаманов. Это Брухас. Все считают, что там шаманы все обманщики. Делан, все дети, где мы шаманы. Один из 200, наверное, настоящий шаман. Потому что мы с ним встретимся сегодня. Это есть. А, такая зона. Скажем так, танцы на мехах, что ли? И вот туда я еду. И в последующих видеоключениях расскажу в этом месте. Нам нужно являться, можно сказать, в лес, в джунгли с проводником, ездить на каяк по озеру. Озеро считается тоже таким священным. Там есть грязевые всякие какие-то грязевые источники и минеральные источники. Там же считается, что шаманы могут вести чистку. Вот. Ну, ехать, кстати, очень далеко. Мы едем 4 часа в один конец. Вот на таком автобусе. Пробный автобус компании «Ада». Он едет по улицам. Улица, короче, 6 часов автобус. Вот. И довольно далеко. В общем, это ревется цивилизация. Там сразу нас предупреждают, что никакой интернет-работы не будет. Что прекрасно. Мы едем по таким вот немножко уже таким разбитым, как и видно. Ну, я не знаю, что такое. Городки какие-то или деревни, это больше деревни такие. Если будет включение уже в этом